Сегодня я дам каждому своему подписчику по одному квадрату, в которых они будут строить радужных друзей. Но количество их блоков будет ограничено. В первом раунде это 10, во втором 100 блоков и в третьем 1000 блоков. Посмотрим, кто из вас построит самую крутую постройку. А еще мы будем оценивать постройки, и кто наберет меньше всех очков в конце, будет выразительность читать стихотворение. О, нет, у меня это в школе было очень плохо. Да, готовы строить? Да. Да. Ладно, запускаем салют. Фью. Время совсем не ограничено, строите сколько хотите, я буду смотреть вот так. Вы закончили? Я, да. Ну, значит, будем сейчас смотреть. Я не помню, что в «Радужных друзьях» была какая-то клетка, из которой смотрели страшных глаза Херобрина. Это же вентиляция. Ну, сложно из 10 блоков что-нибудь нормальное построить. Из 10 блоков реально сложно что-то нормальное построить. Ну, в принципе, думаю, что очень плохо. Так что я ставлю 0. Да ладно, я пошутил. Я ставлю 8. Ура! Я не знаю, тебя поздравлять или не поздравлять, но у тебя 48 очков из 60. Пока неизвестно, это много или мало. Это коробка? Ты опять коробку построил, как в прошлом видео, что ли? Да из 10 блоков что-то сложно построить, кроме коробки, она легкая. Агуша, делай, я построю постройку эквивалентную твоей. Слушай, тут даже сбоку есть, короче, что? Такой значок. То, типа хрупкая коробка. Ладно, я ставлю тогда 10, все-таки круто. Агуша, как думаешь, у тебя больше очков, чем у йогурта, или меньше? Ну, допустим, больше. Вот, и ты угадал. У тебя ровно больше на 55. О, ура. Знаете, какую я бы хотел бы сейчас посмотреть постройку? Я бы хотел посмотреть вот эту постройку, потому что, ну что, это какая-то лягушка. Она красивая, да. Вы посмотрите на эти ручки, на эти ножки, на эти глаза, просто посмотрите, это прям... В лицо ему смотришь, сразу видно, агрессивный, злой. Согласен. Его как будто разбудили в 3 часа ночи, он такой... Я ставлю 10. Здесь 49,9 тысяч тонн тротила. А, приветствую вас. О, это зеленый, вот это реально красиво. Из 10 блоков такое построить. Так он еще и светится, у него глаза светятся. Да, дубин светится. Ну это прям 10. 10 сразу, 10. Почему у него такие тонкие руки? Потому что он тонкий. И ничего интересного, просто 52 очка. 52 очка, это ну. Пудинг, я тут видел что-то прекрасное. Почему сейчас это похоже на руки медведя? Я не знаю, я ставлю 9. Слишком все странно. Пудинг, я не хочу тебя этот огорчать, но пока что здесь меньше всего очков. Это желтый монстр из 10 блоков. Это он даже садиться можно. Это, ну, это прям. Вы посмотрите на его лицо просто. Это прям обалденно. Ну, я ставлю 10 за это. 42. Ну, вообще, мне этот желтый очень понравился. Это были постройки всего лишь из 10 блоков. Из 100 блоков они должны получиться в 10 раз эпичнее и круче. Можете приступать строить. Йогурт сразу к себе прилетел. Вы все закончили строить? Ребята, вы что, все закончили построить или кто-то еще строит? Даже да, просто. Просто для видео надо да сказать. Да. Все, тогда начинаем смотреть. Все постройки, которые вы сейчас построили, это всего лишь 1/10 того, что вы построите из 1000 блоков. Я не знаю, зачем я это сказал, но просто. Вау, йогурт, у тебя прям красиво в этот раз получилось. Это голубая. Так, йогурт, если у него рот не открывается, тогда мы вычтем. Минус 3 балла. Ла, открывается. А, верни на место, пожалуйста. Ну, в принципе, это выглядит очень красиво. Такие приятные цвета, поэтому я поставлю так уж и быть 10. Ура! В прошлый раз у тебя было 48 очков. Как думаешь, сколько сейчас? 59. Нет, 58. Ровно на 10 больше, чем в прошлый раз. Ура! Если ты будешь идти такими темпами, то следующая постройка у тебя наберет 68. Это желтый монстр. Он умеет воровать нубика. Вот здесь у него внизу нубика, он его ворует. Ну, за это прям лайк. Но его голова, это прям вообще, это... Это прям искусство. Так, вообще... Ну ладно, он умеет летать, это круто, поэтому я поставлю 9,5. А, стоп, здесь еще кусты есть, в которые можно заходить, и даже тропинка, ну все, поэтому 10. 45 это точно. Еще один зеленый монстр, и он выглядит очень странно. Его лицо это отдельный вид искусства. Посмотрите, один глаз такой, другой такой, он такой. Тут есть кнопка, она ничего не делает, как странно. На этот раз еще меньше, всего лишь 47.
Оу, тут настоящий туман фиолетового, посмотрите. И еще он может гладить вот людей. Вот так, шлепаем его, шлепаем. Сейчас сделаем из него шашлык шлепанный. Поймай меня, фиолетовый. Все, он меня бьет руками. Ух, он тебя не бьет, а гладит. Но это мне постройка прям очень понравилась. Я ставлю тоже 10. Вау, на этот раз у тебя больше очков, чем в прошлый раз. Это... И здесь еще один фиолетовый монстр. Серьезно. Офигеть, у него глаза светятся, посмотрите. Чё-то не вижу. Да. Ну, а чё, он меня будет хватать или нет? Не, он добрый. 90 блоков в этой постройке это просто кирпичи, а все остальное это... Кирпичи! Кирпичи! Ух, пойми, это не простые кирпичи, это эпичные кирпичи. Ладно. Как думаешь, у тебя сейчас больше очков или меньше? Да промаш меньше. Ну ладно, ты угадал. На одно очко меньше. И последняя постройка. Дом фиолетового. Пойдемте в этот. Здесь трава, камень, а дальше там фиолетовый. 47. Идешь на повышение. Все постройки, которые вы построили только что, составляют всего лишь одну... А, я же уже это говорил. У вас есть целых 1000 блоков. Вы можете, можно сказать, построить все, что захотите даже. А можно целую карту сделать? Я разрешаю. Но вы же начинаете тогда строить. Йогурт, постройки из 1000 блоков готовы? Да, у меня готово. Тебе было лень, что ли, построить весь замок? Ты просто написал замок синего. Ага. Гениально. Где потолок вообще? Потолок украли. У меня здесь есть замечательный пол, который я очень долго делал. Стены, такие кирпичные, эпичные. А еще сам трон. И что, это все, что ты построил из 1000 блоков? Как-то я, знаешь, разочарован, если честно. Ну здесь находится 832 блока. Что? Почему я зеленый? Йогурт, я за это поставлю всего лишь 9 из 10, потому что... Потолка нету, монстров нету, замок... Что случилось? Почему все стало золотым? Вот теперь это настоящий трон. За это йогурт ставлю 10. Йогурт, потом мне в личку напишешь, я тебе помог. Если, типа... Типа, если ты поставишь 12, а остальные 11, то у меня будет 68. У тебя всего лишь 53 очка. Ну это лучше, чем 48. Что это, пещера, в которой мы едем на вагонетках? Да, это маленькая вагонетка не работает. Почему? Я там... Блоков не хватило, что ли? Она вроде едет, но не едет. В общем, из 1000 блоков не так что и много можно построить, если подумать. Посмотри на шторку, посмотри на шторку, посмотри на шторку. Смотрю. И там тортик и оранжевый. Вау, это прикольненько выглядит. Что же сейчас будет? Ждем неожиданную концовку. Нет времени. Что, даже одна штура решила не двигаться. Смотри, ты не мог сделать просто вот так, чтобы вагонетка ехала? Она не едет. Чуть-чуть осталось. Мы падаем, все, мы проехали. Будем считать, что это работает. Так что я ставлю 10 из 10. Гуши 60 из 60. Вот у меня вопрос, это вообще из радужных друзей, мне интересно? Это из анимации. А, там, где ангар появляются, оттуда монстры выходят, да? Так, ну давай-ка посмотрим, что внутри, а внутри... А внутри кринжовые монстры и красный. Да уж, вот это у тебя синий, конечно. А зеленый это вообще. А здесь что в комнате? Красный монстр. Такой он красивый получился. Ты первый, кстати, кто построил красного. Знаешь, этого никто не строил, этого никто не ожидал, поэтому я поставлю 10. За оригинальность. Остальные так не думают. Ты воссоздал карту радужных друзей. Кстати, сколько здесь блоков появилось? Сколько? 2000. Типа мы этого не знали. Сейчас будет супер краткий обзор всей карты. Зеленый монстр. Какая-то странная будка с вентилятором. Фиолетовый монстр. Замок синего. Мостик. И все. Ну за то, что ты построил всю карту всего лишь 6000 блоков, я тебе готов поставить 10. Ух, даже мы втроем это не смогли сделать. Но он смог. Ладно, в общем, у тебя, чтобы ты знал, 55 из 60. 55? В честь этого нужно запустить сад. Надо запустить ухо. Дом фиолетового. Стоп, ты вроде такую же постройку из 100 блоков строил. Это из 10 блоков? В общем, здесь вот такая комната, в которой есть камушки разных цветов даже. И все. Кирилл, я тебя спасу. Ой. Чё? Да уж, на фиолетово упало 250 тысяч тонн тротила, и он взорвался. Так что, все. Слов нет, просто 44. Эта постройка была сохранена, Игут? Нет. В общем, к сожалению, эта постройка была взорвана, потому что зеленый, который в ней жил, просто решил улететь в космос. Так что мы ее не сможем посмотреть.
Поэтому давайте поставим, сколько не жалко. Здесь была хорошая башня с зеленым. Я поставлю 10. Ну, здесь 49 очков. Сейчас мы будем узнать, кто будет петь песенку. У йогурта 159 очков. Это довольно много. 169 очков. У Агуши, как обычно, больше всех очков. А здесь у нас был Ми Оранж, да? 140 очков. У Кирилла 153 очка. Пудинг, у тебя всего лишь 95 очков. И у Егора 146. Пудж, мне кажется, что все-таки у тебя меньше всех очков. Александр Пушкин. Что за решеткой? Темный сырой. Промленный в неволе. Орел молодой. Мой грустный товарищ. Махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Кар. Очень выразительно прям вообще. Спасибо за участие Агуше, Йогурту, Ми Оранжу, Пуджу, Кириллу, Йогурту. Всем пока, смотрите вот это зожское видео, там было Агуше, и всем пока. А где прошел лух, там упал забор.